Сегодня в Чебоксарах можно было взять и выбросить старый мобильник и батарейки. Зеленое движение «Эко» Чувашия провела специальную акцию «Разряжайся», во время которой владельцы старой техники могли избавиться от нее, не переживая за то, что наносят вред окружающей среде. Одна батарейка загрязняет вредными компонентами 400 литров воды и 20 квадратных метров почвы. Если люди выбрасывают батарейки в мусорное ведро, то они попадают на городские свалки. И так как полигоны для захоронения отходов не оснащены защитой фильтрации вредных примесей и тяжелых металлов, все эти вредные вещества оказываются в грунтовых водах. Попадая в организм человека, они накапливаются в нем, что очень плохо сказывается на здоровье. Кстати, батарейки и телефоны сдавали не совсем безвозмездно. За уважение к экологии поощряли конфетами.